рождения Иисуса. Это дивный Божий план. Он послал Его на землю, чтоб явить любовь всем нам, чтобы грешников погибших от греха спасти навек, чтобы дать им всем надежду, ведь без Бога счастья нет. Рождество, Рождество, свет и радость нам принес, в этот мир рожден Христос. Рождество, Рождество, будем праздновать всегда день рождения Христа. Забывают о Христе, но Его святое имя уже слышится везде. Так давайте обратим наши взоры на Христа, благодарностью наполним наше сердце и сердца. Рождество, Рождество, свет и радость нам принес, в этот мир рожден Христос. Рождество, Рождество, будем праздновать всегда день рождения Христа.